Маткульт, привет! Мишенька с нами снова! Ну как снова, в тот же. Да. Да, ну хронологически в то же время. Разбор квалификации МКОШПа. Вы спрашиваете, какого черта я разбираю квалификацию МКОШПа? МКОШП — это, если кто не знает, Московская командная олимпиада школьников по программированию. Школу захотел снова? Школьников. Нормально. Нет, есть гораздо более прозаичная вершина. Ты причина. Тренер. Квалификация МКОШПа совпадала с квалификацией ICPC. International, как мы шутим, Cringe and Post-Air, а не Competition. Ну, короче, Competitive Programming Competition. Вот. Они просто дали одинаковые задачи, но в ICPC было два гроба, которые в МКОШП не добавили. Обалдеть. Все-таки. Вот эти гробы вот. Мы оставим, да? Эти гробы я не буду разбирать. Но еще была одна задача, которую на МКОШПе не сдал никто. Из среди школьников, а среди студентов сдало довольно много человек, в том числе наша команда. Вот. Так что официально по одному соревнованию наша команда лучше, чем любая школьная команда Москвы. Отлично. Выборка есть. Ну, на самом деле, мы в 11 классе вице-чемпионы были. МКОШ по самого. Ага, ага. Может быть. Ну, не в обиду школьникам. А это та же команда, да? Та же команда, в общем, просто. Нет, совсем другая. Нет, в смысле, которая в 11-м у тебя была. Ну, у меня же одноклассники пошли в вышку. Да. Ага. Вот. Значит, несколько задач. Значит, давайте начнем с задачи F. Вот, ну, чисто задача на математику. Она звучала так. Вы точка, и вы находитесь внутри круга где-то. Да. Что вы можете спрашивать? Вы можете выбрать любой целый угол. Давайте, альфа принадлежит... Радиан на целый, да? Не знаю, z... Или в градусах по 8, по 180... По, в градусах. Нет, по 360 z. В градусах. Я не знаю, зачем я так пишу, но зато смешно. Короче, выбираем целый угол и спрашиваем, какое расстояние вот здесь, до края круга. Вот, мы точно внутри круга. Спрашивается, да, гарантированно, ну, внутри, не на границе. Сейчас, стоп. Давай так, то есть вот... Ты где-то. Я стою где-то внутри, строго и внутри круга. И ты можешь дать любую целую точку на окружности просто. Вот. Нет. И попросить, какое расстояние. Да? Нет. От места, где я стою. Вот я стою. Вот у меня есть направление 0. Сейчас. То есть вот как бы есть, ну вот есть, грубо говоря, вот этот огромный круг, там бог знает, как устроенный, где-то у него там центр. И вот я даю, например, угол 3 градуса. И мне дают говорят, вот это расстояние, да? До границы круга. Да, даешь минус 45 градусов, дает маленькое совсем. Даешь вот. Пропадешь. Очень простая цель. Найти радиус круга. А теперь вопрос, сколько можно задать вот таких вот... За сколько вопросов можно всегда найти радиус круга со 100% точностью? Так вот, ну короче... Или не со 100% точностью? Да, нужно найти... Точный радиус круга. Точный радиус круга. Ну, короче, нужно сделать это за 3 запроса. Вот как. Казалось бы, задача просто чисто по математике, да? Ну, да. Так, да. То есть... Это задача, по сути, по математике. Находясь внутри круга где-то, мне нужно за 3 вопроса... Определить свое отступили местоположение. Узнали расстояние. 3 раза так сделали. И говорите центр. Нет, ой, радиус. Фу, говорите радиус. Ну хорошо, но мне могу сказать, что приходит в голову сразу. Мерседес. Угу. То есть 0, 120 и 240. Угу. Вот, то есть мне приходит в голову, что по 3 числам... Вот этим однозначно определяется радиус. Ну и вообще, может быть, даже местонахождение. Да. Ну тут, короче, еще задача в том, ну то есть понятно, что, скорее всего, можно почти любые углы спрашивать, ну и, скорее всего, однозначно определиться, да? Вот, но нужно же еще определить явно, ручками посчитать, да? Да. То есть, по сути, задача, как это сделать проще всего, условно говоря, чтобы не потратить много времени. Да. Угу. Так, сейчас. Ну да.
Так, сейчас. Ну. Ну, очевидно, можно по теореме косинусов найти стороны. Да, значит, первое соображение. Понятно, что мы можем найти просто вот эти три стороны. Восстанавливаем эти три стороны по теореме косинуса после этого. Вот, ну, после этого, на самом деле, ну, короче... Ну и радиус описанной окружности. Какое решение типа обычное? Просто спрашиваем какие-то... Салатеевское решение. Какие-то три спрашиваем. Мы знаем углы, знаем расстояние. Значит, мы узнаем вот эти стороны все, да? Ну и теорема, да, описанной. Дальше у нас треугольник, и нужно просто вокруг него описать окружность. Это тоже как-нибудь сделается. Понятно, что это будет не очень приятно ни стороны узнавать, ни окружность описывать, но понятно, что восстановится. Угу. Вот, поэтому давайте я сразу расскажу, на мой взгляд, красивое решение. Ну, очень простое, но я так понимаю, его почти никто и не делал. Слушай, а если мы вот так запросим? Сюда, сюда и перпендикулярно. Да, мое решение будет спрашивать именно так. Именно такое, да? Но это еще не все. Значит, ну какие самые естественные углы? Понятно, горизонталь, вертикаль, да. Туда-сюда. Давайте узнаем вот такие три расстояния. Да. Дальше есть два способа. Официальное решение такое. Мы можем найти вот этот треугольник, найти его площадь как-то. Да. И потом еще можно через эту площадь выразить радиус. Сейчас, только давай нарисуем, чтобы было понятно, что это не на диаметре. Что это совершенно не обязательно на диаметре. Ну да. Если бы диаметр был, вообще было бы халевище. Вот, значит, мы знаем вот эти три. А? Да, Б и С. Вот. Да. Ну, а в официальном решении вроде бы через площадь как-то восстанавливается радиус. Но я не геометр, я этих формул не помню. Что говорю я? А давайте заметим, что нам не хватает. Нам, очевидно, не хватает вот такой стороны. Ну, например, да. Но на самом деле нам ее хватает. Потому что АС равно БД, степень точки. АС равно БД, да, это из-за подобия. А, да, но, короче говоря, степень точки. Внезапно, в Олимпиаде по информатике да, возникает степень точки. Вот это BD умножить равно вот этому да? AC. Да. Значит, мы знаем все четыре стороны, но дальше мы уже что-нибудь сделаем. Ну почему? Мы можем найти вот тут просто середину. Ну да. Ну это там А плюс С пополам. Мы вот тут середину. Ну да, да. Значит, да. Мы нашли координаты центра относительно нас. Ну и потом просто найдем вот это расстояние от центра до точки. Все понятно, точки. Абсолютно, да. Вот, пишется легко, придумывается. Ну, внезапно, в Олимпиаду по информатике. Ну да, нет, ну, я думаю, что да, это быстро решается. Вот. Ага. И это да. Отбор на вкош, да? Да, ну, отбор. Ну, неплохо, нет, красивая, задача вот. Очень красивая. А следующая задача? Как за три запроса? Какие три запроса лучше всего годятся для этого? Следующая будет сложнее, да? А следующая, ты не поверишь, тоже будет... По чистой математике. Нет, не по математике, но на количество запросов. Да ты что? Так... Контуры так. Предыдущей задачи остались. Да, ничего. Вот про это будет. Примерно и говорилось. Значит, задача H. Так. Задача H. Тебе она явно понравится. Давай. Значит, представляешь себе места в поезде. Места в поезде. Вагон. Только не боковой плацкарт вверх. Вагон. Так. Как папа правильно заметил, есть... Это эти плацкарты штуки, или нет? Плацкарт, а есть да? Боковушки. Ой, честно скажу, что давно не ездил в плацкартах. Уже совершенно разжирел, да. И последнее время, так как мне же берут билеты обычно. Ну, и, когда с семьей тоже не повозишь же ее в плацкарт. Да и вообще, когда едешь на это. Но когда я сам езжу, у меня просто берут их всегда. Поэтому берут купе. А, последний раз я ехал в плацкарт в Петербург на форум. Большой форум, посвященный народному образованию. Вот, неожиданно мне взяли туда плацкарт, это было очень эпично, я ехал, да, в плацкарте, вот, ну, ничего страшного, да, иногда приятно окунуться. Значит, открываете просто РЖД, это не реклама, открываете РЖД, гуглите, берете, пытаетесь взять билет на любой поезд, видите ну, перед понятно, собой да. Вот эту расстановку. Естественно. И да. Задача на вот это, значит, у вас место П, значит, ну, есть вот эти плацкарты, для тех, кто не знает, там 1, 2, 3, 4, как-то так. Нет, наоборот, нижние всегда нечетные, верхние всегда четные. Да, это важно. Папа, как человек, который ездит по 100 раз в год, 5, 6, знает это точно. 7, 8. То, что ты говоришь, это важно для задачи. Да, понятно. Вот. И тут тоже верх-низ, на самом деле, будет. Тут тоже будет верх-низ. 37, 38. По факту будет верх-низ, да. Вот.
Короче, каждое место либо верхнее, либо нижнее, и да. либо обычное, либо боковое. Да. И вы сидите на каком-то месте П. Но внезапно вы не знаете, на каком вы месте сидите. Даже четность не знаете? А, ничего не знаете. То есть вы просто сошли с ума. Да. Вас с закрытыми глазами то ли наверх засунули, то ли вниз. После Будуна отправили Понятно. В Питер. И вы проснулись, не знаете где. Даже наверху или внизу. И вы... Даже на боковой или на этой самой. Да. Вы можете задавать вопросы. Как звучит вопрос? Вы говорите число D. Ну, короче, difference. Какое сегодня число? Какой вы спрашиваете difference. Что такое difference? Это значит, что к вашему текущему месту прибавляется D. Ну, то есть, короче говоря, вы перемещаетесь на... плюс равно. Да, это... Это что-то программистское. Семантика программистская. Короче, вы перемещаетесь на D мест вправо, если положительно. Ну, понятно, на D мест влево. Короче, difference может быть положительное, отрицательное, да? Да, вот. А если вы упираетесь в линии диапазона? Сейчас скажу. Вы пытаетесь пройти на D мест, ну, понятно, либо направо, либо налево. Да. И после того, как вы пришли вот в это место, вам говорят, мужик, ты сидишь там на боковом месте сверху, уйди отсюда. Вот, и вы снова вот перемещаетесь на вот это, на другое уже difference. И вам снова говорят, ну вы теперь сидите на обычном месте, снизу, но это все еще не ваше место. Ваша задача, значит, вот вам сообщают после каждого такого запроса, вы перемещаетесь, вам говорят, вы сидите сверху или снизу, и на боковом месте, либо на обычном. В чем ваша задача? Ну, ваша задача узнать, чему было равно P, то есть где вы очнулись. Так, а если... И, да, важный вопрос, важное, что папа сразу заметил, если вы, например, из вот этого места попытались пойти налево. Да, что вам говорят? Вы выпадаете из поезда и просто умираете. То есть, короче говоря, если вы вышли за пределы диапазона, да, вы вылетели из купе. И проиграли. Там попали под колеса и проиграли. Ну тогда непонятно, нельзя гарантированно выиграть. То есть, ну подожди, можно выиграть, нужно, ваша цель выиграть. И как выиграть? Сделать это за не больше, чем 6 перемещений. Не понял. Понять, где вы сидели изначально. Ну а как, вот если ты на первом, ну, задаешь ты какой-нибудь вопрос. Плюс D, любой. Думайте. Предположим, что у тебя первое место или 54-е. Вот да. Ну, как бы, и уже никак нельзя сделать. Да, первое замечание, которое говорит папа, но он его не до конца правильно трактурит. Первое замечание звучит так. У первого запроса это 0. То есть вы переместились на 0 мест. А, то есть первое, это вам сообщают истинное... Ну, скажем так, вы перемещаетесь на сколько-то, и потом вам сообщают ваше место. Но, если вы переместитесь в первый раз не на ноль, то вы могли все. Либо выйти слева, либо выйти справа. То есть вы можете спросить про свое собственное место. Вот, значит, вы первым вопросом всегда спрашиваете ноль, и вам говорят, где вы сидите. Да, на боковом... Ну, да. На виде места вы сидите на боковом плацкарте внизу, либо да. на обычном плацкарте наверху. Но либо. Это не говорит нам точный номер места, а мы бы хотели узнать его. Вот. Ну, кто не помнит, 36 мест вот этих и 54 места всего. Да. То есть боковых 18 и этих 36. Да. Окей. Какая идея тебе приходит в голову? Ну, первым делом мы уже знаем четность. Да. Мы всегда отличим... Верхний от нижнего. Угу. А, значит, и четность сразу мы знаем. И сразу первым вопросом мы знаем диапазон. Вот. И еще что мы знаем? Мы знаем, мы сидим здесь. Да, от 1 до 36. Или здесь. Да. Да. То есть первым же вопросом мы знаем четность и диапазон. Вот. Что делать дальше? Ну, идея примерно понятна. Нам хочется найти вот эту границу-разделитель. Да? Да, конечно. То есть, если мы переместимся в какое-то купе, которое рядом с ним, мы будем знать, какое оно. Да. Ну, очевидно, слева от него все обычные, а справа боковые. Значит, если мы сможем переместиться в такое купе, но мы помним, как мы ходили, значит, мы сможем восстановить, где мы были изначально. Да? Да, правильно. А если мы попали в тот же тип купе, в котором уже находились... Ну, даже можно не в тот же в целом, это никто не ограничивает. Вот.
Нет, подожди, что? Ну, нет, если мы, сейчас. Короче, попали, например, вот сюда, и мы точно знаем, что мы стоим здесь, то мы будем знать, где мы стояли изначально. Ну, потому что мы помним, как мы ходили, все-таки мы уже протрезвели. Ну, правильно, то есть мы должны попасть в тот же тип купе, вот, в тот же тип. Ну, если мы стояли вот здесь и попали сюда, то в целом ничего страшного. Почему? А как мы узнаем? Ну, мы же знаем, где мы стоим сейчас, и мы помним, как мы ходили. У нас было там плюс 5. А, нет, в смысле, если мы точное место минус узнаем. Минус 3. Да. Вот. Но заметим, что у нас есть выделенный вот этот сегмент, где обычные сменяются на боковые. Да. Соответственно, мы можем попасть в точное место. Вопрос, насколько быстро? Сейчас. Сейчас, на самом деле, если мы будем... Сейчас, секунду. Так, значит, сейчас. Вот, допустим, мы получили информацию, что мы сидим... А, изначально мы знаем уже в каком... Нет, мы уже знаем, в каком мы... Да, мы знаем, где мы находимся глобально. Сейчас, значит, надо узнать номер места, да, просто нашего? Ну, это глобальная задача. Я забыл просто, в чем вопрос. Да, нужно узнать, где мы изначально сидели. Номер места. Так, хорошо, значит, и так. Ну, более сложно, видимо, если мы попадаем вот в ту часть, потому что там просто больше места, чем здесь. Да, логично. У нас больше свободы для начального места. Да. Значит, и так, мы... Ну, вообще, я предлагаю только четные вопросы задавать. Да, ну, на самом деле, ты сейчас предлагаешь финальную оптимизацию. То есть, финальная оптимизация делается из 7 вопросов 6. Вот. Ну да, очевидно, что мы можем задавать только ту же четность, не меняя тип верхнее или нижнее. И потом, соответственно, вычислим, да, какое оно было. Так, значит, итак, если я нахожусь в большой зоне, то самый бессмысленный вопрос, который может быть, это плюс 18. Да, ну почему бессмысленный? Потому что я точно попаду в другую зону. А, хрен! Вот если я здесь был, то минус 18 является полностью, да, бессмысленным. Да, на самом деле папа назвал самый осмысленный вопрос самым бессмысленным. Да. Значит, точно. Да, действительно, давайте попробуем сделать... Ну, если мы находимся здесь, то ладно. А если мы находимся здесь, попробуем сделать плюс 18. В чем мотивировка? Сделать больше, чем плюс 18, очевидно, нельзя. Потому что мы можем просто вот сюда вывалиться за пределы. Нельзя, да. Но мы могли стоять где-то вот здесь в первой половине, а где-то здесь во второй половине. Конечно. И сделав плюс 18, мы точно будем либо во второй половине здесь, либо уже среди боковых, мы это поймем. Окей. Значит, спросили плюс 18. Теперь мы стоим где-то вот здесь. Да. Ну, дальше в целом можно делать похожие вещи. Давайте просто брать, если мы стоим здесь, то, понятно, пытаемся идти сюда. Если здесь, то пытаемся идти сюда. Вот. Это можно сделать бинпоиском, так называемым, но я хочу рассказать чуть другую идею. Расскажи, да, ну, примерно уже понятно, что делать, но... Давайте делать так называемый, ну, как бы, как будто мы ищем LCA. Кого? Двоичными подъемами, неважно. Значит, LCA. Что мы будем делать? Ищем LCA. Мы стоим здесь. Да. Давайте, 18 плохое число, давайте скаканем на 16, нам не жалко. Стейки, значит, двойки. Пусть мы стоим здесь, скаканули на 16, но мы почти точно оказались где-то здесь. Но если мы не оказались здесь, то мы почти здесь уже. Это если дважды 16, да, вы сделали? Или мы сначала спросили плюс 18, и пусть мы все еще остались среди вот этих. И теперь говорим 16. Да, давайте попробуем переместиться на 16. Вот. И запомним, мы в боковом или не в боковом. Ну и, как правило, мы окажемся. И давайте делать то же самое. Значит, попытаемся переместиться сначала на плюс 16, потом на плюс 8. Да. Опять в нужную сторону. Если мы на боковом будем перемещаться сюда, а если здесь, то сюда. Потом плюс 4. Плюс-минус. Ну да, плюс-минус. Давайте, да, плюс-минус. Да. То есть мы, вот у нас есть выделенная точка, граница, бифуркация. Да, мы к ней подбираемся. И мы будем просто идти к ней. Вот, и шли, пошли, пошли сюда, здесь снова перешли как-то. Но расстояние до нее у нас уменьшается. И вот такими прыжками по степеням двойки обратным, мы замечаем, что если мы два раза это могли сделать, то мы и вот здесь это могли сделать. То есть после прыжка на 16 расстояние от нас до вот этой точки бифуркации будет не больше 16. Да? Ну, мы же вначале, все, мы вначале прыгали на 18. Сначала на 18, да, конечно. Вот, мы стоим от 18 до
54. Да. Вот. После прыжка на 16 мы перейдем, мы либо до него не дойдем, но расстояние останется маленькое, либо перейдем, но, очевидно, не больше, чем на 16. Да. Значит, расстояние будет не больше, чем 16. А потом мы прыгнем на 8. Да. И снова мы либо не дойдем, но хотя бы 7 да. у нас останется. Да. Либо мы перепрыгнем, но опять-таки не больше, чем на 8. Значит, после каждого такого прыжка расстояние будет не больше, чем 100, на сколько мы прыгнули. Да. Вот. Ну, прыгаем, прыгаем, прыгаем. И получается 2. И когда мы уже прыгнули на плюс-минус 2, мы точно знаем, где мы находимся. Либо здесь, либо вот здесь. Да. Да. И поэтому мы можем вычислить нашу точку. Причем, если писать чуть более тупое решение, мы потом прыгнем на 1, да? И мы гарантированно окажемся в каком-то из именно ближайших. Да, но это не но нужно. Нам это не важно, это потому не нужно. Что нам мы знаем четность, да, четность. Мы знаем верхнее или нижнее. Поэтому отлично. Этот кружок зачеркивается. Здесь 4, плюс 18, и плюс самый начальный вопрос, ровно 6. Вот. Да. Да, неплохо. Все, да, все локализовали. Плацкартная задача. Плацкартная задача. Красиво, красиво. Дальше идет но задача, совершенно понятно, на которой посыпалось огромное количество команд. Пока я бы решил эту и другую. И физтехов посыпалось. Так. То есть в этой задаче давай. Легко придумать давай. Сложное решение. Давай, давай. В следующей задаче очень легко придумать сложное решение, но если придумать сложное решение, его долго писать, да, и начинаются проблемы. Так, давай. Задача Е. Поезда уже были, да? Были, самолеты теперь. А, поезда были, окружности, ну это ладно. Теперь метро. О, метро! Станция ну, метро Физтех. Ну, даже скорее не метро, а МЦК. Ты уже садился на станции метро Физтех? Конечно, пару раз было. Станция, ага, мы МЦК. МЦК? А потом будет задача про МЦК. Те, кто на нем ездит, просто поймут, что похоже. Да. Значит, есть схема метро. Ну, граф. Безусловно. Вот. Заметим, ну, соответственно, и есть какие-то линии, да? Вот они едут, едут. Да. И в обратную сторону могут ехать. Да. А также, ну, понятно, в некоторых точках они могут пересекаться, да? Ну да. То есть тут вот другая линия идет. Да. Ну, короче, есть схема метро и МЦК, МЦД Москвы. Вот. И есть станции трех типов. Первый тип — это узловые станции, понятно. Это где несколько веток сходятся. Да. Вот. То есть, по сути... ну, у нас может быть ситуация, что ветки вливаются друг в друга, как в Лондоне каком-нибудь, или у нас на этом... На голубой. Да, на голубой ветке. Короче, если у вершины степень хотя бы 3, то это вот такая вот развилка. Ну да. Дальше бывают, понятно, конечные станции. Но это... степень 3 — это вот без туда-обратно, если считать. Да-да-да. Вот. Считаем, что условно двухнаправленная линия пока что. Значит, если степень 3 по черным, например, ребрам, то это развилка. Еще бывает степень 1, понятно, это лист. И бывают просто вот такие вот обычные проездные станции. Да-да-да-да. А еще каждая станция может быть одного из двух типов. Ух ты. Либо у нее платформа располагается вот так. Отлично! Либо у нее платформа располагается ну, вот да, так. Ну да-да-да, но мы это неприличным образом называли, когда были в школе. Оба вида мы называли двумя неприличными словами. Вот. Соответственно, противоположными. Понятно. Это у нас была школьная терминология. Значит, да. Но да. В чем разница между этими видами? Здесь можно свободно перемещаться, если проехал станцию, туда-сюда. Правильно. А здесь это проблематично. На станции Верхние Котлы написано, если вы вышли, значит, не на той платформе, то либо заплатите еще раз за вход, либо доезжайте до Крымска и возвращайтесь. Тут небольшой перегон. Задача ровно про это. Да. Значит, все узловые станции, понятно, можно перейти как угодно, даже если вот такого типа. Ну, если у нас несколько линий, то мы можем как-то между ними переходить нормально. Даже если у нас да, вот такие потери. Станции. Да, без потери. А вот если у нас станция двойная или одиночная вот такого типа, то мы не можем перейти между вот этими вот платформами. Вопрос. Мы садимся в метро и хотим проехать за один вход как можно больше станций. Вот. Обалдеть. Я об этой задаче думал сам много раз. Давайте еще скажем, что карта никогда связанная. Никогда не дарешь, овал. Скажем, я что карта связанная. Думал об то этой есть, задаче, вот сколько можно проехать. Скажем, что у нас нет двух независимых метрополитенов, понятно.
И, ну, нам дана какая-то конкретная карта. Вот. Москве, и нужно понять. В московском метрополитене можно приехать все. Да, но это понятно. Вот. По-моему. А тут да. могут быть какие-то оказии с вот этим. Но обычно просто на московском метрополитене можно перейти между ними просто поверху. Нет, ну даже если это не считать, то их очень мало таких. Да. Вот. Но теоретически может быть какая-нибудь такая ситуация. Вот у нас лист конечная. Ну да, 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 и все. Вот. Приехал сюда, и все. Естественно, если ты сюда приехал, ну все. Ну, ты уже обязан выходить. Да, да. Вот. Причем ты не попал на кучу разных станций. Если ты приехал вот отсюда, то ты вот на все вот эти не попал, если их да. много. Вот, и вопрос, собственно, для конкретной схемы, которая дана, 10 в пятой вершин, 10 в пятой ребер. Ой. Ну, у нас Собянин так строит, что через 2 года будет примерно так же. Вот. А сколько максимально станций можно за один вот такой проезд посетить? А известен процент таких и таких? Или как дано точное количество. А. Ну, короче, дан граф. Про каждую станцию дано, является она вот такой, либо вот такой. Ну, это задача по информатике. Вот, дан какой-то граф. Ну, понятно, что когда мы решаем задачу, нам нужно понять какую-то закономерность. Понять, да. что конкретно считать. Ну да, ну это уже, да, это уже не вполне строго сформулированное. Ну, для информатики строго, для математики, конечно, не очень. Ага. Ну вот. Да. Ну, если мы побывали здесь на одной платформе из двух, то ничего страшного, мы просто станцию посетили, и неважно. А. Ну, то есть нам не нужно побывать на всех платформах, нам нужно именно на всех станциях побывать. Это дело меняет. Да. И что, тем не менее, иногда нельзя. То есть, в частности, если, например, у нас какой-нибудь, не знаю, если у нас бамбук, я понял, да. то вот мы проедем просто в одну сторону, но считается, что мы все посетили. Да, я понял. А вот если 2 бамбука, то уже не выйдет, не всюду выйдет попасть, да? Нет, подожди. 3. А у нас связанный граф. Метрополитен же связанный. Да, сейчас. Но действительно, если у нас будет что-то вот такое. Да. А здесь все станции плохие. Угу. То мы не сможем, очевидно, объехать все. Да, потому что мы там где-нибудь начнем, приедем сюда и. Да. Ну, тут я даже не знаю, что сказать, да. Фиг знает. Вот. А, ну, мой сокомандник начал это решать. Вот. Через 5 минут говорит, Миша, у тебя есть код компонентов сильной связанности? Компонент сильной связанности. Я такой, ну, есть. Вот. Но он начал писать. Что-то пописал, такой, что-то у меня большой код выходит. Мне это не нравится. Рассказал мне задачу, я такой... Код мяу. Ну, вообще-то можно сделать вот так. Так, короче, эту задачу можно решать очень сложно. А можно просто? Так. Вот. Ну, видимо, ты не очень понимаешь, над чем конкретно думать. Да. Для этого нужно участвовать в олимпиадах. Не могу понять, в какую сторону думать. То есть, что надо разгадывать здесь. Я здесь вот. Вижу какого-то суслика с 3 ногами или там с 2 ногами и хвостом. Да. Давай я тогда разберу, потому давай что разбери, тебе не очень да. понятно. Ставьте что... на паузу. Да. Значит... Давайте попробуем понять, как будет устроен наш обход. То есть, заметим следующее. Раз граф связанный, у нас в графе либо есть хотя бы 1 вершина, давайте называть хорошими вот такие вершины да. узловые, и где одиночная платформа. Да. Плохими, где мы не можем присесть. Да. Если в графе нет ни одной хорошей вершины, да. то сам граф очень хороший, потому что он либо бамбук да. целиком, ну, либо еще, может быть, просто 1 цикл. МЦК. Без единой вот. Такой. Ну, тогда мы просто проедем в одну сторону. Ну, да. И все станции посетим. Так. Значит, в графе, ну, в остальных случаях в графе должна быть хотя бы 1, ну, да. можно даже доказать. Вот мы идем, мы замкнули, мы либо прекратились тогда бамбук, либо замкнулись сюда тогда цикл, либо замкнулись куда-то сюда. Да. Тогда вот тут уже хорошая вершина. Да. Значит, у нас... Иначе должна быть хотя бы 1 хорошая вершина. Да. Давайте выделим все хорошие вершины. Все. И заметим маленький, как говорит мой учитель по алгосам, маленький хороший факт. Угу. Если у нас, если мы возьмем путь между 2 хорошими вершинами... А кто алгосы ведет, не Даня? Не, Рухович. А, Филипп. Вот. Да, так. Если мы возьмем путь между 2 хорошими вершинами, то все вершины между ними как бы тоже хорошие.
каком смысле? Ну, если у нас была какая-то вот такая вот штука. Да. А потом две вот такие платформы. То действительно, как папа говорил про Крымскую, мы сначала едем сюда, 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 ну, подождем, а потом едем просто назад. Да, да, да. И мы можем как угодно их обходить. Обалдеть, все, да. В любом порядке. Да. Значит, ну и потом мы можем куда-то еще ездить и еще. Да. Значит, вершина на любом пути между двумя хорошими сама по себе как бы является хорошей. Просто, ну, чуть больше проехать. Да. Ну, давайте возьмем станции, все такие, да? Пути, да? Это на одной и той же линии, в смысле. Неважно, по линиям, мы можем между линиями, ну, как бы да, на самом деле. Но если у нас путь, ну, иначе у нас просто путь проходит через другие хорошие вершины. Да, правильно, если пересаживаем вот. В любом случае. Ну, тоже да, можем разделить страшного. На эту самую, да. В принципе, все эти трассы вот. Можно разделить на эти. А теперь давайте возьмем любую плохую вершину. И начнем идти из нее. Да. А... Плохую. Вот, так. Значит, ну хотя бы одно ребро из нее есть, поехали. Поехали. Едем, едем, едем. Далекие края. В конце концов мы приедем в хорошую вершину, да? Приедем. Вот, очевидно. Ну, опять-таки из вот этой картинки. Ну, понятно, да, приедем. Приехали в хорошую вершину. Если это не бамбук и не кольцо, а это мы уже смотрели. Теперь, так. Если вот эта вершина не конечная, давайте поедем в другую сторону. Едем, поехали. Едем, едем. Далекие края. И снова приехали в хорошую вершину. Окочко запотело. Возможно, даже то же самое, да. Никто не мешает. Но мы нашли две хорошие вершины, и наша вершина лежит на пути между ними. Да. Значит, все нормально. Так. Значит, мы можем вместе со всеми хорошими ее посетить. Да. Отсюда единственный тип вершины, который нам... Да, абсолютно понятно. Который это, влияет, стороны, это, собственно, ни хрена, лист. Нет, да. Это вот этот вот... Это вот. Лист, это в вот такая все ситуация. Вершины плохие, все. Вот, идет, все платформы, конечная, еще, кроссплатформенные, еще, да. Мы вот да, тут наконец-то приехали. Наконец приехали, нет, совсем приехали. А, я куда понял, там финиш вон тут, конечно, вот, это а здесь Купчино. Все. Это Купчино, а это, соответственно, и, там этот самый какой-нибудь Нарвское. Да. Я не помню точно. А теперь заметим, значит, факт. Если вот эти все можно легко найти, но мы просто берем все конечные вершины и идем до первой вершины, которая имеет вот такой тип. Так. У нас каждый раз, ну, если у нас тут вершина степени хотя бы 3, то она уже сама по себе хорошая. Значит, ну, мы да. будем идти по вот этому вот бамбуку просто. И однозначно каждый раз понятно, куда идти, да? Угу. Вот. Просто из каждого листа прошли. Если лист сам хороший, ну, прошли до него, да? Нашли длину вот этого пути. Да. Давайте так сделаем по всем листам. Да. И вот. Мы покрыли тем самым некоторые вершины. То есть некоторые вершины покрыли, а некоторые не покрыли. Ну, они вот тут как-то еще, и вот они как-то... Вот тут хорошие вершины, например. Да? Mm-hmm. Так вот, утверждение. Все вот эти черные мы можем просто проехать без проблем. А каждый вот такой лист... Мы как бы, мы, значит, что может произойти? Мы можем в нем начать, да, и проехать. Мы можем в нем закончить и проехать. И все. Но больше мы ничего сделать не можем. Потому что если мы в него заехали, то все ну, уже. Все, да. Крынды. Приехал. Значит, ну как устроен ответ? Мы просто берем два максимальных вот да. таких листа, а все остальное объезжаем в тупую. Все. И не посетим вот. Ничего остального. Да. Да. Обалдеть. То есть это как бы... Весь вот внутреннее ядро, оно все... Да, оно все сильно связано, потому что мы просто едем туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. Да, мы же сколько угодно и можем. Все обходим. Шикарно. Вот. О, и как просто, да. Ну и прогать это еще легче. Да. Ну, потому что мы сначала просто запускаем DFS из всех вот этих листов. Ну, в тупую идем, куда идется. Да. Находим, просто упорядочиваем вот эти длины. Ну, суммируем, это все фигня, суммируем, да? Есть, ну да, это просто за линию. Ага. Суммируем, находим, вот это ядро, это все вершины минус сумма вот этих вот. Да. И находим два максимальных. А сумма если двух сойти. Максимальных нет, то просто все можно объехать, значит. Ну да. Если, например, если один два максимальных лист. Есть, а других нет, да. Если, например, один просто лист. Или два. А дальше хорошая вершина. Да, шикарно. Очень круто. Вот. Вообще огонь. Надеюсь, что вы написали просто, именно да. это, а не компоненты сильной связанности или еще что-нибудь. И супер. Задача, наконец-то. Сколько время? У кого часы? Так, и да, наконец-то. Последняя задача. Да. Собственно, та задача, которую не решил никто из школьников на самой Олимпиаде. Да.
Которую вы решили, да? Да, которую мы решили. Итак, супер задача, да? Да. Итак, задача, которую не решил никто из школьников. Вот. Ну, есть маленькая ремарка, что мы сдали ее. Я не помню, по-моему, у школьников 4 часа длился контест, у нас 5. Мы ее сдали через 4 часа и еще парочку секунд. Ага. Но самое смешное, я мог ее сдать, типа, ну, я ее писал, придумывали мы ее вместе командой. Вот. Я ее мог сдать, ну, короче, я ее сдал что-то типа там 4:00:20. Но есть такая вещь, как заморозка. После 4 часов другие команды не видят, что вы сдали. Поэтому, типа, где-то, ну, короче, примерно к такому времени она была у нас готова, может быть, даже чуть-чуть пораньше. То есть мы могли ее сдать, собственно, за 4 часа, и все было бы спокойно. Но я решил, сначала я просто потестил, потом осталось полминуты примерно, и я решил, что я подожду, чтобы соперники не узнали, что мы ее сдали. Ну, да, это просто типа по фану было. Не уверен, что это оптимальная тактика. Это без риска же, у тебя часто... Да. Так. Вот. Штраф 1 минута. Вот. Значит, задача К. Ты прочитаешь условия и будешь очень удивлен. Значит, давай я прочитаю прямо. В далекой-далекой галактике ордену джедаев удалось перехватить секретный канал, который ситхи использовали для обмена сообщениями. Канал на Ютубе назывался «Маткульт, привет». Каждое сообщение, каждый ролик, состояло из 20 тысяч строк длины 9, состоящих из цифр от 0 до 9. Так. Тра-ля-ля-ля. Ну, или они все встречались? Не-не-не, какие-то. Значит... Магистр Йода сумел выяснить, что приказы, вызывающие эти сообщения, бывают двух типов. Усилить защиту или усилить атаку в каком-то секторе. Ну, давайте я не буду читать. Как задается сектор? Сектор — это пара чисел АВ, А меньше равно Б, А хотя бы 1, Б не больше 9. То есть, короче говоря, сектор — это все девятизначные числа, которые начинаются с цифры А и кончаются на цифру... Ой. Начинается с цифры А от А до Б. Короче, вот так дано, да? И сектор — это все планеты, что у нас С, и потом что-то из 8 цифр. А С лежит от А до Б. Понятно, да? Пока не вполне вообще понятно, что происходит. Короче, у нас есть девятизначные числа. Есть, вот они, куча. Да. Некоторые с нуля, да, начинаются? Нет. А-а-а. Значит, короче, нам дано, да, 20 тысяч девятизначных чисел. Да. Вот, причем известно, как они генерировались. То есть выбирались какие-то числа А, Б, и каждое число генерировалось вот в таком промежутке. То есть от А умножить на 10 восьмой до... b плюс 1 умножить на 10 восьмой, да. Но не включительно. Так, генерировались в этом промежутке. Вот. То есть у них у всех первая цифра от А до Б. Так. Вот. И как они генерировались? Каждый из них не делится на 3. Угу. И в каждом из них есть хотя бы одна нечетная цифра. Да. Вот. Ну, возможно, все. Вот. И теперь и еще есть два типа, как они генерировались. Как бы защита и атака. Да. Вот. Либо генерировались вообще любые числа, которые удовлетворяют вот этому условию, равновероятно. Угу. Либо генерировались только простые. Которые опять удовлетворяют вот этому условию. Но легко заметить, что любое простое не делится на 3. Ну. И любое простое содержит нечетную цифру. Кроме двух. Но у нас девятизначное простое. Да, на конце. Вот. Поэтому можно считать, что все числа генерировались так, но среди них равновероятно брались все такие числа, и либо только простые, либо вообще все. А что значит двух типов команды? Короче, как это лучше сформулировать? Жюри загадало вот такую вот пару чисел. Да. И тип от одного, либо 1, либо 2.
Либо только простые? Либо все. А, то есть все они все либо вот вида атака, либо вида нападения, либо только, да, простые, либо все вот такие. Да, так, хорошо. Нам дается 20 тысяч вот чисел, сгенерированных, да, таким образом. Да. Но есть один нюанс. Ситхи шифруются, да? Короче говоря, цифры в каждом из этих чисел взяли и перемешали равновероятно. Что нам дается на вход? Нам дается на вход 20 тысяч чисел, каждый из 9 цифр. Да. Известно, что каждый из вот этих чисел — это какая-то равновероятная перестановка цифр числа, лежащего вот в таком диапазоне и являющийся либо простым, либо, ну, вот таким. Понятно, 9, да? 9 факториал сильно больше 20 тысяч. Да. Наша задача, мы не знаем ни вот это, ни но вот при это. При этом, то есть и ноль может теперь появиться. Да, ноль может стоять в начале в итоге. И наша задача просто по вот этим числам понять, во-первых, в каком сегменте они были сгенерированы, и во-вторых, были ли генерированы только простые или вообще все. Да, понятно. Вот. Я надеюсь, что понятна задача. Понятно, абсолютно. Но это, конечно, это типа... Это полная жесть, да. Вот. 20 тысяч чисел. Да, 20 тысяч чисел. То есть понятно, что будет, скорее всего, что-то вероятностное, да? Ну, да. Вот. Это понятно, да. И нужно вот... Но прежде всего делимость на 11. Что-нибудь даст нам? Вот. Но делимость... Значит, какой был бы хак, если бы мы не указали вот здесь эти условия? Ну, мы бы могли, например, проверить делимость на 3. Естественно, да. То есть мы бы считали сумму цифр, да, она не меняется. 11, да, теперь на 11. И, соответственно, так мы опознаем, если все не делятся, то ну, почти точно простые. А да, если хотя бы одно делится, то значит точно не простые. Да, но нам сказано, что ничего не делится. Ну, еще мы бы еще вот эти сектора, на самом деле, нужно узнать. Но пока... Так, ну хорошо, а с делимостью на 11 что может произойти? Ну, могут переставиться цифры, и она пропадает. Она же зависит. То есть, как устроена делимость на 11? У нас сумма на нечетных местах минус сумма на четных. Вот. Так, она 101. Не знаю признака. Там парами минус это тоже есть. Но я думаю, что тоже зависит от порядка. Вот. Ты собака, да. Точно. Вот, то есть у нас две задачи даже. Вот это узнать и вот это узнать. Только простые или все? Только простые или все? В каком диапазоне? Так, думайте. Какие признаки? Вот что-то с простыми числами. Ты думаешь в правильном направлении. То есть есть решение, которое никак не опирается на то, что они простые. Ну, почти никак, условно. Но мы же математики, поэтому у решения моей команды опирается, да, на то, что они либо простые, либо нет. То есть есть какой-то признак, который разделяет. Признак делимости на простые, да, какой-то? Ну, не совсем. Чуть хитрее. На самом деле, он из чего исходит? Ну вот нам что-то запретили, да? Да. Нужно подумать, зачем нам это запретили и что еще не запретили. Ну правильно, да, нам запретили, что. Запретили на тройку, очевидно, почему. Да. Но еще нам почему-то запретили, что есть нечетное. Ну, потому что если мы увидим тех, где нет нечетные, то да, все. 2 в 9 сильно меньше 20 да, тысяч. Но мы можем посчитать вероятность того, что в да, случайно сгенерированном числе будут все нечетные. Да, это нечетные. 2 в 9, и это меньше 20 тысяч. Поэтому... Тут есть некоторая одна подстава. Подстава заключается в том, что если бы, например, а равнялось b равнялось тройке, то они все должны были начинаться на 3. То простая, то нечетная всегда бы была. Да. И наша логика бы не работала. Да, не работала бы. Но давайте пока скажем, что такого не будет. Пока мы в первом приближении решаем, да? Да. Подумаем, что такого нет. Давайте вообще забьем на сектора. Пока думаем, что все нормально. Тогда с вероятностью 1 делить на 2 в 9 все числа будут четные, но очевидно, что простое таким свойством не обладает. Да. Вот. Хорошо, нам это запретили. Да, нам это запретили. Но некоторая возможность осталась. А каково распределение первых 8 цифр у простых? Вот если бы мы знали, что у них примерно такое же, мы бы сказали, что у нечетных у простых просто больше. То есть вот, ну, рассмотрим все простые числа. Uh-huh.
У них все заведомо последние цифры нечетные. 1, да. 3, 5, 7, 7, 7, значит, 7 или 9. Это важное соображение. Но пока я не его знаю, запишем. Да? У простых последняя цифра 1, 3, 7 или 9. 7 или 9. Ну, кроме тривиально. А, ну да, нет, некоторый снос в эту цифру будет. То есть пятерок будет меньше. Да. Ну или там двоек. Пятерок, нет, мы же ничего... А, ну да. Ну да, да, да. Ну да, короче, у простых всегда в конце стоит что-то из этого. И значит, этих цифр присутствует больше. Да. Если верить, что там вот... Если верить, что сектора не помешают. Да, 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 да. Правильно, да, идея? Ну, такая идея, да, вполне нормальная. Вот. Ну, давай я расскажу, как я отличал простые. Да, давай. Значит, что мы делали? Мы знаем, что мы нам запретили нечетность. Ну, хочется что-то подшаманить. И мы замечаем следующий факт. Действительно, простые не могут оканчиваться на четные, но еще они не могут оканчиваться на пятерку, да? Да. Давайте посчитаем вероятность того, что вот есть четные и пятерка. По той же логике, что есть нечетные, что нет нечетных, любое такое число тоже непростое. Если в числе только четные числа и пятерка, то ему нечего заканчиваться, значит, оно не простое. Да. Да, но заметим, что вероятность от этого сильно не меняется. У нас 1 делить на 2 в восьмой от четных, потом, ну не знаю, там 1 десятая от пятерки, еще на 9, потому что она где угодно может стоять. Да. Вот, ну там может ну, на 8. Да. Но, короче, глобально это получается типа 1 трехсотая. Ну, отлично. Ну да, то есть... Значит, говорим мы... Если есть число, в котором все цифры либо четные, ну, либо пятерка... Ну, не это 1 трехсотая, а... Ну, пример. Все. Я понял, да, 400. Ну ладно, да, ага. Ну, 9 десятых на 250. Короче, все правильно ты говоришь, да. Ну, я примерно оцениваю. Все верно, да. Так. Вот, значит, если среди вот этих чисел есть число только из четных и пятерок, да, то... Это не простые. Да. А если нет, то простые. Да, правильно. И мы это отличили. Вот. Но еще у нас есть вопрос про сектор. Да. Более того, если сектор опять-таки начинается с тройки, да, то по той же логике у нас вот такой ситуации никогда не возникнет. Ну да, такой не будет, да. Вот. Ну хорошо. Вторая идея. Значит, как ты хочешь отличать сектора друг от друга? Давай так. Ну опять же будет снос в какие-то цифры. Да. Давайте посчитаем количество цифр, вообще суммарно по всем входным данным. Там посчитаем количество нулей, количество единиц и так далее. Да. До количества девяток. Да. И мы верим, что у нас настолько много чисел, что снос в сторону чисел от А до Б будет больше, чем остальные. Вот. Тут есть действительно подстава. Если числа простые, то они оканчиваются только на это. Поэтому у нас будет одновременно снос и туда, в АБ, и в 1, 3, 7, 9. Их надо как-то учитывать между собой. Мы сначала сдали без вот этого сноса. Если мы уже знаем, что они простые, мы можем это учесть статистически. Ну, да. Ну, короче, идея была в том, что давайте отдельно учитывать. Давайте отдельно смотреть по цифрам 0, 2, 4, 5, 6, 8. Да. И отдельно по 1, 3, 7, 9. Да. Вот. Они там сильно перемешаны. Утверждение, поэтому, что у простых все вообще пофиг, как устроено. Все простые почти равновероятно все цифры содержат. Ну да, вот это надо понимать, да. Это типа... Ну, в это верится. Доказывать мы это не будем, конечно же. Вроде бы даже про это есть какие-то статьи. Вот. На симпатическом уровне, да. Очевидно, что нулей всегда меньше всего, потому что он не может быть началом сектора. Угу. Давайте возьмем и посчитаем максимальную разницу, которая есть между этими количествами. Вот посчитали количество, и заметим, что они как-то так устроены. Сначала у нас какое-то количество вот этих, потом промежуток, где перекос, и потом да, еще что-то. Да, конечно. Вот, ну просто посчитаем вот эту максимальную разницу и скажем, что здесь есть разделение. Да, да. Сделаем это по вот этим числам. Таким образом, естественно, мы поймем с точностью до... Ну там, например, если было 3,6, настоящая граница, то мы поймем, что была граница 4,6, да? Да. Но потом то же самое сделаем по 1, 3, 7, 9. Да. Единственный нюанс, который тут есть, в том, что мы могли теоретически, например, все их взять. Или все их не взять. Если у нас, например, было там от 1 до 9, то мы их все взяли. И 1, 3, 7, 9. Да. Тогда максимальная разница будет, понятно, очень маленькая. Угу. Ну и, короче, можно просто посчитать на компьютере. И оказывается, что
если максимальная разница больше какого-то значения, то мы все берем, то у нас есть разделение, а если меньше, то нету. Максимальная разница, еще раз, это что такое? Ну, то есть мы считаем как бы количество нулей, двоек, четверок, да, троек, сортируем и смотрим, где наибольший разрыв в количествах. Угу. И говорим, что в этом месте у нас есть разделение, как бы вот этот перекос. А так как мы разделили отдельно вот эти значения и вот эти значения, вот это уже не влияет. Ну, в смысле, что они находятся на между b и b плюс 1, а между a и вот что-то такое. Да? Ну, я, да, я да, не да. Не да. понимаю до конца, что за максимальная разница. Ну, максимальная разница. Ну, как бы... Ай, ну, мы считаем просто количество цифр. Вот, допустим, тут у нас было 10 цифр, здесь 11, здесь 13. Ну, да. Потом, например, стало 100, потом 110. Вот, и какие-то разницы статистическая погрешность, какие-то это именно перекос. Ну да. Ну вот мы находим наибольшую вот эту разницу между соседними. А, между соседними, все, 13. И говорим, что там и есть перекос. Понятно, максимальная вот. Разница между соседними. Да, ну и тут пару нюансов, понятно, первый про вот это, что может быть ее вообще не быть, вообще если не быть, они да. все сразу да, входят. Да. Но мы можем посчитать, что она очень маленькая и сказать, значит, что тогда нет. Значит, тогда нет, вот. Все, понятно. Второй нюанс, это если они начинаются действительно с одной и той же цифры. Да. Но мы это можем понять сразу, из разности. Туда-сюда, да, туда-сюда. Нам это нужно понять из разности. Да. Ну, в общем, статистически и просто надо, исключить эту тысяч, цифру. Да, исключить 000, эту цифру да. из всех и снова воспользоваться вот этим признаком. Угу. Вот. Да, ну понятно. Примерно вот понятно. Задачка. Что, вы решили, да? Этот код зафигачили. Да. Вот. Блин. Это мы примерно это задали. Очень да. необычная задача. Для школьников она, скорее всего, была шокирующая, конечно. Да, да. 20 тысяч девятизначных чисел, вероятностные методы. Обалдеть. Вау. Не, ну круто, круто, да, это тогда вот очень хорошее упражнение по теории вероятностей. Ваня Ященко будет рад, он ее очень любит. Давайте. Все, ребята, всем маткульт, пока. Миша, спасибо. Удачи на Удачи в этой, в ICPC. Да. Ну и сессию, все такое. Маткульт, пока всем.